Aber ich habe das Смотри, какая серьга. Вот тут скользко, смотри, осторожно. Хочешь, можно вниз, только скользко там. Игорь, а? Где бы мы еще встретились? Привет. А ты людей привешь, что ли? Да, люди за границы прилетели. Не, серьезно? Серьезно, иностранцы. В гости к тебе или что? Да. А где ты их качаешь сначала? О, вон, на красный. А ты, наверное, тут газ проводишь, я знаю, или водопровод. Не, я вот на свои тоже гостей привет. Нет, ты должен тут водопровод варить какой-либо. Хочешь, я тебе сейчас это, вон на ту гору, с той горы, вообще все шикарно видно. Не, я вон там варил, там я знаю. Мы на Лаганаке сейчас едем. Ну и мы на Лаганаке тоже. Я там варил, вот там дорога есть, так вот, поднимаешься, там я трактор варил. Понял, там трактор? Этом, да, потом я знаю. Сюда детей нельзя. Куда? Сюда. Ну сейчас они это, им захочется этого. Не. Сейчас захочется котенка, бельчонка.
400 рублей. Вот ножи и сабли. Нас уже его высадили чуть-чуть. Лагонаки, вот кружки есть. Можно что-нибудь приобрести. Тарелочку можно купить. На дровах. Вот маленькая коптильня. Мы здесь, когда сыры варим, достаем оттуда тепленький. Третий пробуем. Это сулугуни. Адыгейский сыр единственный в мире, который не плавится. Все остальные сыры можно и на пиццу потереть, вот, и заморозить. Даня, вот сырная палочка. Сулугуни, пожалуйста. Сулугуни, да. Сырная палочка. До первого хода идти. А тоже какой-то лес? Собака. Собака где? Друг человека. Прокляла все на свете, да? Ой, красота. Ой, запах тут вообще леса настоящего. Опа. Короче, мы пошли не по той тропе, заблудились. Здесь обрыв крутой. Сейчас вот возвращаемся вдоль обрыва в другую сторону. Вот еще женщина здесь тоже с нами заблудилась. Идем. А я здесь пойду. Ребята, вышли из леса. Вот маленькая тропинка натоптанная лошадьми. Караул. Вот речка. Наконец-таки. Вот и ледник. И ледник рядом. Ой, ё-моё. Все, ребята, вышли на полянку. Здесь отдыхают люди. Хлеб лежит. Вот такая речка чистейшая. Мы сейчас спустимся. Ее это попробуем. Покажи ноги. Вот. Мои ноги. Ну, мои еще. У тебя вон с педикюром. У тебя без педикюра. А ну, давай снимем. Так, я разулся. Мои кеды.
Ух, вода ледяная. Блин, холодная вода. Вода ледяная, ноги замерзли, караул. Еле успели добежать. Надо в носках в следующий раз идти. Может, теплее будет. Не, в кроссовках теплее. Осталось 100 метров. Да, я пил. Да, ну очень хорошо. Мама, давай! Мама! Мама! Нет, я бы лежать буду. Пойдем. Фух, это потрясающе, ребят. Какая красота здесь. Смотрите. Вот это да. Подходим к леднику. Сегодня у нас 14 июня. И вот идем мы к летнему снегу. Коровы, да, где-то? Или что это? Так, где наша машина стоит? Вон, не, вон где-то машины стоят. Нифига нам ползти. О, видишь, белая там машина стоит. А, вон, там выход, да, прикинь, нам куда взбираться. Вот, кстати, я назову. Тут ящериц очень много. Смотри, тут какое-то ущелье. А вот снег, смотри, лежит. Кусочек снега. Нифига себе, как они называются.
Вот это глыба снега. Да, сюда надо ехать дня на 3, на 4 с палаткой, а не так, как мы приехали на час, а уже получилось, что мы часа 3 только спускались, заблудились. Сейчас вот подходим к леднику. Интересно. Смотрите. Ну-ка. О, натуральный снег. Под ногами хрустит. Классно. Ну, тут можно упасть. О, и кукушка. А, вот. Перестала кукукать. Идем через траву. Какой тут разнообразие трав. Гроб гремит. Гроб гремит. Надо нам успеть. Если мы не успеем, мы тут застрянем. Будем грязные, как поросята. Поднимаемся вверх. Такой. По корням, по камням, по глине, по красным меткам. А где ж хозяин лошадок? Идет дождь, мы почти уже забрались. Вот последний отрезок пути, крутой. Она вот туда же, где вот где сосны, наверное, да? Почти. Кошмар. Интересно, сколько мы шелковера нету. Выбрались наверх. Идет дождик. А всего-навсего мы спускались вон к тому леднику маленькому. Это не понять. Да. А, отсюда. Уже тут за горой она вот эта еще. Вот за это, ну, перед нами вот эта маленькая. И не видно, как будто вот она там рядом. Хоп, и маму собираемся в пещеру. Азишская.
Доброго дня вам. Здравствуйте. Приходите, самым вкусным сыром угощу, которым готовлю. Бесплатно всех. Что мне сделать? Мне скажу, что наесть. Ну, когда я пойду в сад, то уже здесь... Полкилометра до пещеры. Надо вон на машине, может, ехать. Пошли на машину. Турецкие сладости. Лаком. Лаком. Турецкие такие. Вот километр мы будем шагать. Ну, после того нам ничего не страшно. Смотрите тут по прямой дороге-то. Смотри, какие тут игрушки. А носки какие снизу. Ой, а шашлык. Сейчас пойдем в пещеру. Thank you.
А я здесь был, ребята, в 88 году. В 87 году ее только начали оборудовать. А в 88 году я был в ней. Здесь было все по-другому, конечно, оборудовано. Но это потрясающе, конечно. Кто-то выцарапал
63-й год. Дима. Написано Дима. Ох уж это Дима. Это Диме сейчас лет... Так, это было 55, 60... Ну, 70 ему. 70-80 лет этому Диме, который царапал надписи в пещере. О, красота. Круто. Надо евро кидать, евро. Да все уже.